Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня и пустышки семьи Кононовых. Ну что ж, давайте начнем. Что ж у меня закончилось? Как обычно, на продукции, которая у меня впервые или очень сильно нравится, я буду останавливаться подробнее. Итак, смотрите, крем-паста для чистки металлических поверхностей. Всегда мне очень сильно нравилась. Она, конечно, у меня раз в три пустышки, но почему? Потому что у меня мало вот таких вот прям чего-то металлического, да, у меня мойка металлическая на кухне и так далее, но очищает оно просто великолепно. Можно очищать также им драгоценные украшения и так далее. Значит, артикул 30058 отлично справляется, да, то есть мягко удаляет и пригоревшие даже остатки пищи и нагары со сковородок, с мисок, вот кому это нужно. Далее, моем мы пол вот такой красавчиком, уже не первый год, и мне кажется, он лучший из лучших. Действительно, с ним хорошо моется пол, просто великолепно. На самом деле, это средство, оно идет для всего, но оно не требует смывания. Поэтому мы им моем пол, зная, что в доме ребенок, который любит поползать, поиграть, там гости бывают с детьми очень часто. Тут идет 0% искусственных отдушек, красителей, хлоров. То есть тут реальный, натуральный, хороший состав. Артикул 10897. Плюс ко всему, тут идут натуральные эфирные масла и цитрусовый микс. Он до такой степени не ярко пахнет. Ну, приятно. С ним очень приятно после того, как помоешь пол. Прям чувствуется, что да, действительно, пол помыт хорошо и качественно. Дальше, биогель для чистения туалета, для жесткой водички, артикул 10898, хвойный микс, уже, наверное, в каждых моих пустышках. Далее, освежитель-нейтрализатор запахов, аромат лаванды, на мой взгляд, очень приятный, очень классный. Его особенность идет такая, он идет для домов с домашними питомцами. И действительно, у меня Лиска не психует и не чихает от него вообще абсолютно. Мне вот это очень-очень нравится. Дальше, что у меня тут сбоку, целая куча мала. Так, это новинки, биокапсулы для стирки, плюс в этих же самых биокапсулах находится и пятновыводитель. Тут вы увидите, какие они были, я их уже снимала в VIP-новинках. Вот первая пустая пачка. Конечно, аннотация на них очень богатая, очень-очень крутая. Они идут для стирки абсолютно всего, но, честно, они, мне кажется, чересчур расхвалены. Обычный наш порошок Faberlic нисколько не хуже. Вот реально, он ни капельку не хуже. Они одинаковые, на мой взгляд. Вот честно вам скажу, хотя это как бы считается многофункциональный порошок, артикул 30031, тут он очень сильно расхвален, на самом деле это порошок как порошок, хорошо стирает, биоразлагаемый, экологически чистый, он идет универсальный, то есть не для ярких цветных тканей, он много что делает, и загрязнение удаляет, и подходит для белых и цветных тканей и так далее, устраняет серость белых, ухаживает за машинкой, да, это все здорово, но и, допустим, порошок серии Дом Faberlic в Faberlic Home точно такой же. В принципе, тут просто нужно выбирать. Кому-то нравится порошок, кому-то капсулы, кому-то гель. Вот и все, я так считаю. Дальше, вот такой вот порошок, тоже с пятновыводителем, стиральный концентрат, мульти-экшен. Тоже очень понравился запах. Вот запаха у него практически нет никакого. Артикул 30013. Он идет именно для цветных тканей, для ярких тканей. У него идет универсальная низкопенная формула для стирки без дополнительных полосканий. То есть он как бы вот этим только что удобен, что двойное полоскание, не надо ничего. Но и опять-таки порошок Faberlic Home, да, вот из этой вот линеечки, да, я имею в виду неплохой вариант у него. Да, вот этот вот универсальный спрей-пятновыводитель, как раз Faberlic Home, идет суперсила против пятен, тоже неплохой. Артикул 301.51. Берем его с собой во все поездки, этот спрей, потому что он пригождается частенько с нашей Викторией Антоновной. И, честно вам скажу, обычный хороший порошок для стирки цветного белья. Хотя вот этот вот порошок, как вы видите, пару штук израсходовали мы. Он, конечно, тоже отличный. Вот понимаете, я отличия не вижу. Мне те порошки тоже нравились, но они есть в наличии. И эти порошки мне нравятся. Но я не заметила ничего супер крутого особенного. Я 9,5 лет стираю только порошками Faberlic и ни разу не пожалела. Просто все здорово и великолепно, никаких проблем нету. Поэтому и эти порошки тоже шикарные. Я не могу сказать, что они чем-то хуже или лучше. Они такие же хорошие, как и Faberlic Home. Артикул 30011. Это универсальный порошок. С ним, кстати, и пол, и все мыть можно. Дальше. Симпатичная батарея порошков. Когда мы недавно ездили на дельфинотерапию, у нас хозяюшка по дому прибирала шкаф мужа. У него очень много вязаных кофт от Faberlic и так далее. Вот израсходовала целый концентрированный гель. Мы решили все перестирать. Ну,
знаете, все равно, когда вещь лежит уже, да, там полгода, год, ее не надеваешь, то у белья такой характерный запах. У нас же не было вот этих капсул вкусненьких, хорошеньких таких вот прям, которые есть сейчас. И, конечно, мы все перестирывали. И вот этот концентрированный гель для деликатных тканей нам очень помог. Все вещи как новенькие остались. Артикул 308-40. Далее перестирывали также и черные. Парочка черных. Не знаю, почему они разные. Артикулы у них тоже разные. 308-41, 118-41. Может быть, это новая и старая версия, да? Какая-то из них новая, какая-то из них старая. Но они оба для черного. И очень давно я ими пользуюсь, они мне реально нравятся. Так, биокондиционер для белья, натуральный восточный микс. Ну, слушайте, запах мне вот этот понравился. Такой, знаете, со стринкой какой-то такой, приятненький, да, там лилии, что-то вот такое. Он идет тоже натуральный и с очень-очень приятным ароматом. И, в принципе, вот эти тоже кондиционер, тоже классный. То есть вот этот 108.96 артикул, тут нероли и гибискус тоже частенько сейчас в моих пустышках мелькает. Тоже очень вкусный аромат, мне прям нравится, свежесть такая цветочная. Вещи одинаково мягкие, я не могу выбрать, опять-таки, какой лучше, ребят. Да, он у меня всего второй раз в пустышках, но я вот не ощущаю разницы, вам честно скажу. Когда Фаберлик не умеет делать плохо, он не умеет делать плохо везде. Вот как бы я бы так выразилась. Артикул 30.0.17. Далее средство чистящее для ванной комнаты. Удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, кальциевые отложения, ржавчину, устраняет неприятные запахи. Очень нравится артикул 112.20. Запах у него такой грубоватый, но в принципе он хорошо отмывает. Дальше гель для профилактики устранения засоров. Он, конечно, работает не на крупные засоры, но я сама лично проводила эксперимент. Волоски хоть бы что растаивают. Нужно залить горячей водой проход, потом вылить его сколько-то, да, и ну, стаканчик, я думаю, нужно вылить обязательно. И потом через полчаса снова горячей водой промыть. Тогда будет эффект. Если эффект не особо, нужно повторить. Он создан, чтобы не портить трубы, чтобы трубы не разъело и так далее. Значит, артикул 302-44. В принципе, достойный. Заказываю его редко, время от времени. Пригождается он мне не особо часто. Далее, вот такой вот гель, очищающий для туалета. В принципе, вот честно, ребят, без разницы вообще, какой гель для туалета заказывать. Все тоже хорошие, да. То есть это не хвойный микс, тут идет цитрусовый микс, но все-таки он немножко не цитрусовый, а чем-то таким, какими-то кислотами все-таки попахивает больше, чем цитрусовым миксом. 302.93, потому что у нас все на кислотах получается. Дальше у нас с вами идет листовой стиральный порошочек. Обычно он у меня в пустышках не бывает, потому что я им дома активно не пользуюсь. Вот это еще один вид порошка, который при стирке, да, кто не любит гель, капсулы и сам порошок, еще есть листовой порошок. То есть выбор прям огромный. Это очень удобно. Но такой вот листовой порошок мы берем с собой куда-то где-то что-то постирать. Мне безумно нравится этот порошок. Да, раковину заткнул, мелкие предметы, да, которые в течение дня поносил, замочил, повесил, постирал. То есть все здорово. Артикул этого порошочка получается 308-43. Аннотация и состав тоже крутой, натуральный, биоразлагаемый, экологически чистый. Можно поставить на паузу, почитать. Мне нравится. Стирывать замечательно. Даже руками. В машину тоже запускаем. Хоть бы что. В принципе, одну пачку мы израсходовали, запускали в машине. Думаю, раз открыли, надо расходовать. Ну, точно так же. Где-то приходится один класть, где-то приходится два класть. Если стирка 3 килограмма, то кладем один. А вот, если стирка меньше, кладем меньше. Но у меня что получается? У меня машинка вмещает 12 килограмм стирки. У меня дорогущая машина Samsung. И вот эти 12, на 12 килограмм мы можем класть 2 листа. Понимаете, 2 листа. Ну, тут 4-6 килограмм просит 2 листа. То есть мы можем и 3 положить, если видим, что грязно. Но на самом деле на 12 килограмм стирки даже Викины грязные курточки с улицы, да, вот эти вот штанишки, брючки, которые вот такие баллоньки, как я их любила с детства называть, когда мы носим, когда там дождь, слякоть, еще что-то, нормально отстирываются 2 листами, пусть и 12 килограмм запускаем. Вот отлично просто. Поэтому нет никаких проблем. Далее, мое любимое занятие, потому что ну, пока ты не покрасишь дорогое нижнее белье, ты не будешь этим пользоваться. Ну, это как вот на моей практике. Это салфетки-ловушки для защиты от окрашивания. Артикул 308-44 действительно реально очень хорошо помогает. Еще одна паста для металлических поверхностей. Далее, биокапсулы для посудомоечной машины. Что-то я их опять на сайте найти не могу. Будут их, не будут выпускать. Кто-то из подписчиков, спасибо большое, написал, что их не будут выпускать. Ой, ну я не знаю, я очень не люблю вот этой вот чисткой заниматься, да, то есть в голубой упаковке у нас идет дом Фаберлик. Они тоже хорошие, и моей хозяюшке по дому больше нравится
продается в голубой упаковке. Она утверждает, что они лучше, чтобы я эти больше не заказывала. Вот прям так и говорит. А мне вот эти почему-то больше нравятся. Мне кажется, что с них посуда больше блестит. Ну, в общем, у нас мнения разошлись. Представляете, впервые за несколько лет мнения разошлись. Артикул 109.02, но мы пока эти расходуем, потому что я их очень много как-то по купонам взяла. Потому что они, ну, что с ними будет? Срок или еще что-то? Нет, у нас много уходит. Мы как минимум 2 раза в день посудомойку мы запускаем. Это 2 капсулы в день, а тут всего 20 капсул. Это мне на 10 дней коробочки получается. Далее, чистящий крем универсальный. Идет он с микрогранулками, с такими нежными чистоты. Не как там Пемолюкс до дыр, да? Нет, все хорошо, все здорово. Ну, тут вот написано еще лимонная свежесть, но я особо запаха вообще не чувствую от него. То есть запах такой более-менее приятный, он подойдет для всех. Артикул 302.53 и чистит хорошо. Это единственное средство в компании Faberlic реально с микрогранулками. И можно, ну, чистить что-то такое прям сложное, за какие-то загрязнения, ставни подоконников, двери, там вот это вот очень хорошо отмывает. Далее спрей для очищения стекол и зеркал, антиэффект против запотевания, плюс блеск. Тоже очень нравится, из года в год заказываю. Артикул 348. В последнее время, вот честно вам скажу, мне казалось, что оно сильно пахнет, когда моешь им стекла. Но когда он закончился, я просто заказала то ли из самоката, то ли откуда, обычное моющее средство. Вот, ребят, там я реально чуть не задохнулась и поняла огромную-огромную разницу. Далее, впервые в моих пустышках. Теперь, ребята, это мой must have. Вот серьезно, девчонки, услышьте. Очень крутая штука. Рекомендую заказать. А вам их для себя попробовать. Артикул 210. Он идет 100 миллилитров. Он крутой. Волосы рассыпчатые, не утяжеляются. Укладка с ними долго держится. Даже если укладка просто феном, волосики блестящие, рассыпчатые, приятные, красивые. Все спутанное распутывает. Расческа идет хорошо, отлично просто. Вы знаете, не утяжеляет. Никаких сосулек, ничего. Не, ну если целый флакон выльете, конечно, будут сосулики. Я имею в виду про адекватное использование, да, то есть 2-3 пшика на голову, ну, как бы, если длина волос чуть ниже плеч. Вот у меня до лопаток волосы вроде бы еще пока не достают, ну, у меня каскадная стрижка. Он действительно очень хороший, очень крутой, и запах у него приятный, и он такой, знаете, идет густоватенький, вот он такой на самом деле, видите. Остатки бывает сложновато доставать. Видите, там еще сколько-то есть остаточков. Вот. Запах тоже такой, знаете, обычный запах, нейтральный, который быстро выветривается, не держится там на волосах полгода, если у вас любимый парфюм и так далее. В общем, вот эта вещь. Я с собой его сейчас беру в поездку. Мы 4 страны обогнем. Ну, как бы сначала Турция. Это все командировки, никакого отдыха у меня не будет. Это все будут командировки, да, сначала Турция, потом школа развития человека в Москве, потом Беларусь, а потом уже Кыргызстан. То есть мы вернемся через месяц. И на месяц я себе беру 2 таких штучки, потому что одной штучки мне хватило, конечно, признаюсь, всего на, по-моему, 12 дней. Но я буду поэкономнее, если получится. Потому что с утра хочется сделать укладку, а потом бассейн хочется сделать это. Ну, я еще пару бальзамов с собой, конечно же, взяла. Обожаю вот это масло Happy. Оно реально повышает настроение, и оно реально приносит вот эту вот радость. Да? Оно так и называется Happy. Так, давайте-ка я вам увеличу. Значит, тут у нас в составе идет лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда, мандарин. В общем, все, что успокаивает, приносит умиротворение и радость. Да, такую вот приятную радость. 5 миллилитров. Артикул. 13.43. Я очень довольна, что в компании Faberlic есть такие маселки. Очень качественные, хорошие масла. Периодически пользуюсь еще вот этой вот красоткой. Маска-бальзам для кожи головы и волос. Активатор густоты волос. Артикул 17.36. Он содержит комплекс, который пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос. Сейчас я так стряхну, и все равно должно сколько-то дополучиться выдавить. То есть он такой вот густенький, клевенький. Вы его наносите. Способ применения у него тоже простой. Нанести на влажные волосы и кожу головы, оставить на 3-5 минут и тщательно смыть. То есть это как бальзам, только он укрепляет нашу кожу головы. Далее закончилась новиночка. Я думаю, вы все помните, вот такой вот гельчик для душа, оставила его чуть-чуть, он густой, клевый, и вы знаете, я обалдела, мне очень понравился этот аромат, хотя парфюмерная вода не такая, там есть какой-то привкус, а тут чистая свежесть, легкость такая цветочная, приятная, очень вкусно, прям для меня очень вкусно, он идет 150 мл, густой, он долгоиграющий, я бы его отнесла к классу концентрированный, вот серьезно, потому что много его не нужно, он пенится просто обалденно, даже без мочалки хорошо очень пенится, артикул 2 восьмерки 2.02.
Дальше. Это мы с дочкой вдвоем дорасходовали. Тоже чуть-чуть оставила. Показать с очень приятным таким интересным ароматом. Камелия. Укрепляющий бальзам. Что же он укрепляет? Так, артикул у него 7927. И что же он укрепляет? Он укрепляет именно полотно волос и придает им силу. Масло камелии богато витаминами и жирными кислотами. То есть это укрепляющий бальзам именно для волос, а не для кожи уже головы. Да? То есть если тут прям активатор нужно в кожу головы сколько-то, да, нанести, повтирать, а как же он увеличит, да, то этот можно просто на кончики наносить. Но я наношу, в принципе, по всей длине. Дальше такая вот мини-версия шампунчика. Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Артикул 0599. Честно сказать, измыл его, и как-то вот волосы после помывки, да, они блестящие, они классные, но он как-то вот грубоват для меня, что ли, а волосы такие скрипунчики. Все-таки для тех, кто долго из года в год обесцвечивается, лучше бы, конечно, это дело не трогать, ну, не заказывать, потому что грубоватые какие-то волосики с него, 0,599, и как-то и больше масочки потом нужно, и больше бальзамчика потом нужно, ну, поняли, да, он как-то прям очень хорошо очищает. Ну, это мое, конечно, личное мнение. Далее, вот такой вот упал у меня красавчик, вот мне нравится, он хорошо питает, и волосы не как сосульки, не грязные на следующий день. В общем, все здорово и классно, и питает он достаточно хорошо, потому что идет с маслом амлы. Артикул 1883. Понравилось, зачет, что появились большие версии. Дальше. Вот такая красота 3+, со вкусом ананаса, пена для ванны, меняет цвет. Ну и что я вам скажу, Вике, вот, например, вообще стало без разницы. Ей сначала стало интересно, почему оно так, потом ей стало без разницы. Она просто любит пену и в нее поиграть, что-то из нее построить. В принципе, нормальная такая пена. Хорошо долго держится, минут даже, наверное, 15, уже ванна начинает остывать, а пена еще все держится. Вот это мне, в принципе, нужно. Знаете, бывают такие пены, навел, вроде ее много, а через 5 минут нисколько. Нет, это держится, 28,82. Дальше, отличнейшая пена для бритья, 0,533 с таким сладковатым сильным ароматом, но аромат этот мне сильно нравится. Дальше. Это новейшая новинка. Прям новейшая новинка. Вот, детская мыльная краска. И она уже закончилась. Вике очень понравилась. Мы с ней рисовали всякие фигурки. И, конечно, израсходовали буквально все 3 за один день. Ну, что делать? Закажу еще. Это детская мыльная краска для купания. Это желтая с артикулом 1753 с ароматом банана. Это у нас идет детская мыльная краска с ароматом клубнички 1754. Она все вместе перемешала. И, кстати, она выдавила в один день прям по полтюбика каждой краски. Вот каждой краски. Я не могу сказать, что ее можно подцепить пальцем и что-то нарисовать. Нет. Самой краской нужно вот рисовать. Вот тогда да. И на какой-то плоской поверхности. Потому что так краска течет, а пальчиком не нарисуешь. Это не пальчиковые краски. И с артикулом 1752 ананас. Ну, как бы, честно сказать, ей не порисуешь вообще. Ну, вот как бы вот так вот, да. То есть пальчиком взять, что-то нарисовать. Нет. То есть это просто мыло такого-то цвета. То есть обычным мылом цветным, да, к примеру, там не белым, никаким, если оно будет такой же густоты, она, в принципе, прилично так густая, то можно то же самое сделать и то же самое нарисовать. Вот, например, наше оранжевое мыло тоже капнуло, оно растеклось. Было бы зеленое мыло, эту же яблоньку можно было бы и сделать. Дальше гель для интимной гигиены. Артикул 8722. Кстати, не сказала, закажу еще, потому что ребенку понравилось, ребенок хочет, почему бы нет. Мой самый любимый гель, это самый крутой гель, он мне очень нравится, 8722, густой, долгоиграющий, крутой. Ну, вы понимаете, да, то есть я приехала, я очень уже давно нахожусь дома, ну вот у меня первая пустая баночка. Только еще, хотя девочек в ванной моется трое, да, то есть племяшка, Катюшка, дочка старшая и я, мы все втроем и моемся, и все в порядке. Дальше, значит, вот такие вот два одинаковых мыла, 300 мл. Обычно оно у нас стоит на кухне и в ванной. В ванной может месяц стоять на кухне, неделю, и все, ставим новое, 28,73. Так, дальше. Средство для снятия лака. Приехала с очень нехорошим маникюром, перекрасила на свой лак. И потом перед мастером убрала лак вот этим средством. Отличное средство, 149,99. Конечно, пахнет как ацетон, все так и есть, германская формула у него, ну, так более-менее все хорошо. Дальше успел закончиться один биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов, потянула руку смазывала по 3-4 раза в день, и рука прошла буквально за 2 дня. То же самое у мужа, муж прижал палец большой в машине, это было мега больно, у него до сих пор синяк под ногтем, но опухоль тоже за пару дней спала, у него реально сильно опухло, 158,15, и он говорит, я нанесу, минут через 15 пульсирование перестает.
То есть как бы вот таким вот образом. Поэтому он и от ушибов хорош, не только кому там в спину, в колени стреляет или еще что-то там, геморрой, гайморит, им все лечит. Я не понимаю, что это за чудо-средство, честно скажу, потому что я не доктор, я не могу это сказать. Но вот свой личный отзыв от души. И в чате его мега-мега сильно хвалят. Дальше Global Oxygen, кислородная пенка, одна из моих любимчиков за цвет, вкус, запах, консистенцию и так далее. Артикул 5807. Ну и плюс ко всему она идет кислородная. Ну вот то, что тут написано, не раздражает слизистую глаз, я поспорю. Глазки хоть и не сильно и немного, но все-таки пощипывает. Далее такая вот красотка, масочка Ultra Power. Она идет как активное питание, то есть у нее идет глубокий уход. Питает волосы по всей длине, то есть это маска такая, которую можно по всей длине наносить, на все волосы целиком. И, конечно, насыщает питательными веществами. Что мне в ней нравится, так это ее запах, аромат. Она не течет вообще, идет 160 мл. Артикул 1890, очень сильно нравится. Прямо очень сильно. Что еще скажу, что после маски нужно обязательно, то есть она такая беленькая, густая, не течет, хорошо держится. После маски, когда вы ее целиком смыли, нужно обязательно нанести хотя бы чуть-чуть немножко бальзамчика. Далее, зубная паста. Вот я не помню, была ли она у меня в пустышках, но если это впервые, я могу сказать, что для меня это очень сильная вкуснятина. Артикул 20 тысяч. Она идет с прополисом. Что бы я когда-то любила прополис? Нет, фу, би-би-би. Вот этот прополис я реально люблю. Вкусный, клевый, классный. Она не термоядерная, она очень сильно мега нежная. Она эффективно освежает дыхание и помогает значительно улучшить десна, укрепляя их. Мне нравится, вот как бы и для профилактики, и по вкусу, и по действию, и по объему, да, то есть такой не маленький объем у нас тут идет, сколько он идет, 100 мл. И, конечно же, мне нравится тем, что она обильно пенится и действительно хорошо так за ртом ухаживает. В общем, супер. Дальше, вот этого, наверное, тонального крема больше нет в наличии, да, 63,77, но я расходую свои залежни, поэтому не буду про него ничего говорить. Сейчас тоналка вышла круче. Это матовый такой тональный крем, матовый финиш. Не сильно, конечно, матовый, такой слегка матовый. Ну, то есть блесток в него, наверное, не добавили, в принципе, и все. Могу сказать, что он хорошо держался, один из моих любимчиков, но у меня есть еще три таких же, но я их уже смешиваю, не слишком для меня светлые оттенки. Ну, такого точно, наверное, больше нету в наличии, хотя мой косметолог его хвалила очень сильно, это стойкое тональное средство для лица, в нем удобно выступать. Я вот когда выступаю на сцене, я переживаю очень сильно, признаюсь вам, я потею, и, конечно же, макияж остается макияжем, а не поплывшей кучей вниз, да, то есть, ну, для меня это важно. Далее, суперпептидная сыворотка для лица, 50+, артикул 0785. Честно скажу, за этот интенсив с Викой я сильно стрессанула и поняла, что мне нужно что-то покрепче для лица. Это сыворотка Renovage, она мне очень-очень нравится, она крутая. Чем она крутая? Она действительно выравнивает так хорошо лицо и после стресса восстанавливает. Вика очень много плакала, ругалась, нервничала. Нам пришлось после интенсива еще и записываться к психиатру, но мы ее нервную привезли. Небольшие у нас проблемы с нервами. Ее заставляют что-то делать, а мозг хочет питания и не догоняет за этими заданиями. Изучаем одно, скидывается предыдущее. Проблема у нас, да, то есть, ну, вы сами знаете, с ребятками такими особенными сложно. А вот, далее, закончились у меня ватные палочки, упаковка, они очень долгоиграющие, но, походу, их в наличии на сайте, что ли, нету или есть, так я не поняла. Артикул 910-254. Одна из моих любимых масок, одна из, вот серьезно. Ночная маска желе. Артикул 1306. Очень нравится, чем эта маска, она, когда вы ее наносите, она превращается в водичку. Я вот специально тут чуть-чуть оставила, видите? Сейчас я ее наложу, и она потечет. Ну, видите, она как будто такой гельчик, да, как кусочками кладется. Но на самом деле она потом превращается при соприкосновении с кожей в гельчик. Вот видите, уже началось. И как бы такая водная, сильно увлажняющая эмульсия. И после этой маски, в принципе, у нас все маски хорошие, но у нас же у всех разные типы лица, да? Видите, прям влага такая, как будто водой намазана. Вот она так работает. И когда вы ее наносите, получается, она вот так распределяется, впитывается. Это ночная маска. И, в принципе, питает всеми питательными веществами, которые есть. Она реально идет с очень ярким ароматом.
абрикос, да, ну, мне кажется, что это абрикос. Она действительно и увлажняет, и улучшает цвет лица, и, конечно же, содержит наш запатентованный Novaflame O2, содержит масло манго, ага, не угадала с ароматом, все-таки аромат манго, и она реально выравнивает рельеф кожи и повышает ее эластичность. Я вам вот это подтверждаю. Очень классная маска, пользуюсь ей редко, потому что еще других масок много. Но тут я вот тоже себе тканевых масок заказала. По две штучки каждого вида. В наличии, по-моему, не было алоэ. Сейчас она появилась, но я уже не успею ее с собой взять в дорогу. И вы представляете, все увезла мама у мужа, говорит. Ты еще себе закажешь. Ну, правда, мне очень нравится, когда женщины 60+ за собой следят. Мне приятно. Я рада вот такое дарить. Дальше охлаждающий гелевый пластырь для тела. Начали собираться в поездку. Просто упаковку выкинули и взяли с собой вот эти вот три штучки по две штучки. Честно вам скажу, что эта штука просто невероятно крутая. Это, с одной стороны, такая ерунда, и кажется, что баловаться, ходить там на лбу с пластырем и так далее, но, извините меня, когда 39 температура у ребенка, и она буквально за 15 минут скидывается только потому, что вы положили этот охлаждающий пластырь ей на лоб, и без всяких таблеток ребенок нормально дальше живет, и печень не посажена очередной таблеткой, это круто. Мне очень понравилось, и я буду еще и еще заказывать. Артикул 910-104, они прям крутые. Мне они очень зашли. Он обладает быстрым успокаивающим эффектом и готов для использования в любой ситуации. Освежит во время занятий спорта, при работе за компьютером, на пляже. Ну, конечно, если нет макияжа у вас, да, вы понимаете. Если вы на крем этот пластырь прилепите, то получится, он у вас отпадет. То есть нужно на чисто сухую кожу прилеплять, а потом уже там потеть, крем наносить солнцезащитный, это вот, ну, как бы, это уже потом. То есть он реально, он и от теплового удара защитит, и облегчит состояние при солнечном ожоге, да, мало ли что. Поэтому я, так как еду на целый месяц на 4 страны и беру с собой особенную свою крошечку младшую, ну и старшую, конечно, беру, и муж с нами вместе, но это для меня что-то типа уже аптечки стало. Вот представляете, как бы вещь реально полезная в нашем доме, в нашей квартире. Дальше прокладки. Это уже новая версия, старых вроде больше нигде не находим. 112-89. Очень крутые у нас прокладки. Я от них кайфую. Честно вам скажу, мне не очень нравится. Далее кетчуп закончился, которого нет на сайте. Уже не буду говорить артикул. Дальше салфетки для интимной гигиены. 2067. Что-то на сайте очень туго с салфетками. Салфеток реально мало. Дальше салфетки от пятен. 305-52. Без них не обходится ни одна поездка. Прям ни одна. Далее, значит, 0+. У нас с вами идут влажная туалетная бумага. 304-00. Вот вы знаете, мне очень приятно стало пользоваться влажной туалетной бумагой везде, во всех поездках. Почему? Потому что она у нас с вами идет смываемая, биоразлагаемая и дерматологически протестирована. То есть мне хочется биоразлагаемыми средствами пользоваться. Вот реально хочется, и все. Меньше природу будем засорять, тем лучше. Дальше влажные салфетки чистящие для экранов и мониторов. Понятно, раз в недельку хочется мониторчик протереть. 30 штучек их тут. Артикул 302-49. И влажные салфетки чистящие универсальные парочку пачек. Артикул 305-50. Они не подходят для кожи рук. С них кожа рук слегка такая, знаете, подсушенная бывает. Но опять-таки очищает любую поверхность. Да, то есть любую. Мне это нравится. Далее, тадам, да. Та-дам! Впервые у меня в пустых баночках моя любимая тушь. Все-таки она закончилась. Артикул 553-78. Что скажу? Это была моя самая-самая-самая любимая тушь. Но потом So Long или So Young. В общем, какая-то фиолетовая наша новая тушь. Сейчас покажу. Вот эта вот красоточка, ну, просто мне безумно понравилась. Потому что она действительно хорошо делает объем, хорошо наслаивается, хорошо удлиняет мои ресницы, и они не размазываются. Понимаете, там заявлена стойкость 16 часов, но при всем при том, водой 38 градусов, просто водой, без мицеллярки, без пенки, можно смыть. Я, конечно, обалдела от этого, да, то есть, ну, артикула тут нет, к сожалению. Очень классная тушь, шикарная просто тушь, тоже силиконовая у нее кисточка. И что я сейчас сделаю? Я крашу нижние ресницы. Представляете? Никогда не красила нижние ресницы, потому что нет такой туши, которая бы не размазывалась у меня под глазами.
Та-дам-да-дам, такая тушь появилась. Это очень крутая тушь. Поэтому вот эту тушь я сейчас докрашиваю. В принципе, все предыдущие докрашиваю. И прежде чем ту тушь перехваливать, я ее прям, честно сказать, заказала даже 3 штуки в запаснике. Потому что такая крутая тушь, ну, это просто редкая находка, особенно в компании Faberlic, особенно за такие копейки. Артикул 553-78 вот этой туши. Но и эта тушь, она тоже не размазывается, не осыпается. Но нижние реснички ей не поддаются. Нижние реснички все-таки дают сбой и все-таки подразмазываются. Но это только к нижним вопросам. Верхние идеально. Не отпечатываются, не осыпаются, не комкуются. Хороший объем. Вот эти две туши, на мой взгляд, самые-самые крутые в компании Faberlic. Вот эти две туши. Именно эти две. Они мне прям очень сильно нравятся. Прямо мега сильно. Ну вот, закончилась наконец-то первая моя пустышка. Да. Так, что еще? Что еще? Значит, коралловый кальций. Пару пакетиков, 157-30, минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Дальше псилиум, его тоже в наличии нет, поэтому смысла нет говорить артикул. И далее вот такая вот полезная паста для контроля веса. Очень вкусная, очень классная, заказывала. Сейчас она у меня уже подходит к концу. Ой, жалко, конечно, что компания Faberlic почему-то сделала какой-то выброс вот этого всего. Такой, нате вам чуть-чуть кетчупа, чуть-чуть этого, и все, мы больше делать не будем. Как-то странно. Вот, артикул 158-73. Не поняла прикол, если честно, поэтому ничего не могу говорить, а что это было такое. Но, в принципе, очень вкусно, клево и классно, и если будет, еще куплю, вот так скажу. Так, дальше, значит, что мы пьем? Это келп, это йод с железом, артикул 157-55. Щитовидка без него нормально работать не будет. Но если она уже дала мощный сбой, это, конечно, к эндокринологу. Но все равно, если не хватает, нужно восполнять, как говорит мой доктор. Дальше, значит, комплекс К2-Д3. Мы пьем его все вместе. И Катюша, и я, и Антон, и Вика. Артикул 158-09. У нас Д3 норма, поэтому сейчас мы пьем по 4000. То есть по 2 капсулки после завтрака. Его нужно пить только после завтрака. Bovel Detox. Старая еще версия. Кишечника очень хорошо работает, очень хорошо работает. Взяла уже новую версию, едет ко мне. Шикарно работает, мягко, хорошо, кайф такой с него. Господи, такая штука шикарная. Артикул надо у нового будет смотреть. Дальше, иммуномодулятор Forte, тоже еще старая версия. Пропили его всей толпой во время поездки. Мы всегда во время поездки пьем иммуномодулятор Forte и антипаразит. Ну, чтобы вы знали. Почему? Потому что тут содержится и куркумин, и все. Это круто. Это можно пить, принимать обязательно. Дальше, омега-3 Форте. Очень много, практически всю выпила моя Викуська младшая, потому что мы сходили к психиатру, она посмотрела, у вас, говорит, магния не хватает, этого не хватает, того не хватает. В общем, подняла нам дозировки аж до 7 капсул в день. То есть это уже лечебные такие дозы, 7 капсул в день для 10-летнего ребенка. Посмотрела состав, похвалила состав. Это уже не мой врач, а наш психиатр, да, чтобы вы понимали. Мы к разным врачам ходим, с разными врачами советуемся. Артикул 157-79, омега-3, Форте. Ну, что без омеги не будет? Здоровых сосудов, крепких нервов, стройной фигуры. То есть без омеги не похудеть, ни сердечно-сосудистую систему не поддержать. А если есть вредные привычки, там, не знаю, алкоголь, табак, кофе, ну, что там еще бывает? Сахар люди едят, глютен люди едят. Глютен, он тоже сосуды забивает не хуже, чем сигареты, между прочим. И, конечно, омегу-3 Форте нужно обязательно пить, потому что она как раз идет для всей сердечно-сосудистой системы. Кто-то жалуется, у меня там не растут ногти, слоятся ногти, волосы выпадают и так далее. Тоже нужно пить омегу. Омега, она вообще прям для всего нужна, потому что это полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно организмом не вырабатываются. И если их искусственно не принимать в виде, там, например, красной рыбы, а едим ли мы красную рыбу каждый день, омега еще, по-моему, в скумбрии и селедке есть, то есть тоже полезно. Но будете ли вы каждый день это кушать, одно и то же, да. Очень важно пить омегу, особенно учащимся. Она даже какие-то нейронные соединения делает в мозге, что ребенок начинает лучше, например, учиться. То есть с омеги нужно начинать. И не страшно, какое количество у вас в организме патогенной или симбионтной флоры. Без разницы, омега, она всегда нужна. Это очень важно. Так, дальше. Кардио Суппорт. Новая версия оружия 158-41. Пила в поездке. Очень понравилась. Возила с собой еще в эту поездку. Потому что самолеты, перелеты, ночные, не ночные. У нас будут движи, у нас будут тусы, я буду выступать на сцене, буду волноваться, ну его нафиг, я кардио попью. Еще месяц, вот сейчас у меня будет перерыв, ну почти уже месяц у меня перерыв, и круто. Дальше, блок спейн, так как он идет противовоспалительный, от температуры, от суставов и так далее. Все мы, вы знаете, у меня нога ломаная, я иногда пухаю, хромаю одной ногой, и такое у меня бывает, и ничего доктора-врачи не смог у меня найти в составе, да, это абсолютно новейшая
новинка, которую я уже протестировала на головной боли. Головная боль очень быстро прошла. Вот посмотрите, пожалуйста, состав. Важно посмотреть состав, чтобы вы понимали, да, что тут, с чего тут. И, конечно же, я вам могу сказать, что для меня это спасение и поднятие баллового товарооборота моего личного ЛТО, да, личного заказа. Почему? Потому что раньше я заказывала, мне продавали какой-то вот Экспейн от какого-то Веллаба. И получается действие идентичное, абсолютно идентичное. А наше даже чем-то лучше, потому что тут идет в составе как раз-таки биоперин, который усиливает. Поэтому, ну, круто, ребята. То есть я сейчас не буду делать выручку, наверное, на Вальберис или где-то, а буду делать выручку у себя в своем собственном магазине, потому что таблетки все-таки с аптеки — это крайний случай, очень сильно мега-крайний случай. Артикул 158.13, если где-то что-то болит, он обезболивает и подавляет воспаление. Неважно, где внутренние органы, кости, температура, вирус, неважно. То есть эта штука должна быть в доме у каждого. Далее, антистресс мы попили, Викуся на ночь пила. Ой, по одной штучке, наверное, на ночь мы ей его давали в течение 6 дней, последних 6 дней интенсива, потому что ребенок начал сильно нервничать, она перестала спать. По 6 занятий в день для нее оказалось сложно и тяжело, потому что занятия были длинные. Она освобождалась около 3 часов. Ну, как бы ей было тяжеловато, поэтому мы антистресс пропили. Good Flora всей семьей пропили обязательно. Это очень важно, восстанавливать микрофлору кишечника. Так, сейчас мы будем, кстати, про Биофул пить. Или, наверное, когда вернемся, будем его пить. Не знаю, я подумаю. Больно вещей у меня с собой много. Детский мультивитаминный комплекс пропила я, потому что мой доктор сказала, что комплекс хороший, клевый, классный, но ей он не нужен. Мы с тобой цинк, селен, там вот это все будем сами подбирать. Но опять-таки недавнешние анализы показали, что у Вики очень низкий уровень железа. Вот сейчас решаем, что она будет принимать. Все-таки Бады Фаберлик с 18 лет, поэтому пока мне врач не разрешит, я наши Бады Фаберлик не беру. Да? У нас есть Иронхелат, это как раз железо. У нас есть, получается, два в одном, Келп плюс железо. У нас все это с вами есть, но я вот подумала, что я все-таки спрошу сначала. Пока не спрашивала. Далее магний. Еще папе отправила с мамой 12 баночек. Почему? Потому что папа на лето уезжает в деревню, мы уезжаем на месяц. Магний жизненно необходимо. Папа 78 лет, дай бог памяти. Да, папулька и мамулька пьют по 2 штучки 2 раза в день. У них уходит 8 штучек в день, тут всего 60 капсул, поэтому я им отправила 12 упаковок. А вообще, кто смотрел мои предыдущие видео, помнит, что я заказала на купоны 44 штуки магния Хелат. Вот уже 2 закончилось и минус 12. Вот сколько у меня осталось. Далее, наикрутейшая штука — дигидрокверцетин. Дорогущий, тут всего 30 капсул. Но если человек заболел, срочно пить. Если у человека там, не знаю, голова и так далее болит, срочно пить. Артикул 157.90. Дигидрокверцетин — очень крутая штука для сосудов, для сердца, для всего, для всего. У нас еще есть очень крутой БАД Q10. Его сейчас у меня нету, я его пропила уже, пока у меня перерыв. Он как бы удлиняет срок жизни клеток по всему организму. Без него тоже невозможно, да, то есть его можно пить на постоянной основе без перерывов. Я читала лекцию: после 30 лет без перерывов, потому что запасы заканчиваются. А вот этот дигидрокверцетин, он идет и как для сосудов, и как для иммунитета. В общем, он идет для всего. И антиокисление организма. Да? Все мы с вами знаем, что витамины А, С и Е идут как легкие такие антиоксиданты. То есть шикарно. И дочка у меня младшая, из-за того, что у нее не совсем все хорошо с кровообращением, тоже пьет дигидрокверцетинчик по одной таблетке в день. А мы же пьем после еды. Его пьют после еды обязательно. Ну что ж, поговорила с вами о здоровье, о вкусняшках. Понять не могу, почему не выпускают больше еду, если честно. Ну и все. Обзор получился длинный, зато все в один вошло. Без всяких там частей. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.